Тренировки. На тренировки, во-первых, приходят разные возрастные категории, то есть это и дети с детских садов, дети со школ, и также женщины, и пожилые женщины, и от этого мы уже начинаем отталкиваться. Естественно, то есть тренировки, они не, у нас не целенаправленные, то есть да, добиться какого-то высшего результата, они просто оздоровительные пробежки, то есть прийти с работы, чтобы организм был всегда в тонусе. Тренировку мы, естественно, делаем сначала обычную разминку, то есть и после этого 2-3 круга, то есть это около от 1 до 2 километров, то есть идет обычная пробежка. Естественно, после этой пробежки мы делаем разминку, то есть растягиваем мышцы, может быть, делаем беговую тренировку, естественно, да. И после этого, естественно, заключительная часть, чтобы у меня народ уходил в полном, да, настроении, это обычная рефлексия, то есть упражнение из йоги, полностью релаксация мышц. Это дает оптимизм, жизненную силу, хорошее настроение и накачанные мышцы. Ну, я в основном чередую. У меня один день расписан плавание, другой день расписан йога, пробежки. То есть активно участвую вот спортом, любитель. Ну, вообще бег – это универсальное средство физической подготовки. Он подходит для всех видов спорта. Практически, ну, действительно, все спортсмены в своей тренировке используют беговые упражнения и сам бег в различных его формах. Данные пробежки дают очень многое. Здесь с вами работает профессиональный инструктор. Вот. Он показывает вам, как нужно правильно технику бега выполнять. Также дает советы по тренировке, по тренировочному процессу. Также здесь вы занимаетесь в коллективе.